Всем доброе утро. Решили мы сегодня погулять, выехать. Остановочка у нас тут небольшая. Горная река. Ага, тут можно пройти, интересно. Наверное, можно. Сейчас посмотрим. Ага, тут камушки. Камушки. Так. Прошла я. Ветерочек с гор. Речка, конечно, вообще. Это первый раз мы так близко к такой речке спустились. Бурлит течение. Классно. Ресторан, наверное, летом или сейчас, еще не знаю. Перешли мы мостик. Что-то люди боятся. Тут, наверное, летний ресторан. Сейчас он не работает. Для туристов. Для туристов все красиво. Но летом. А сейчас у нас 19 марта. Поэтому ничего не работает. Так, нам сказали, тут еще есть одна фототочка. Сказали, очень интересно. Мы туда идем. Как тут все красиво. Мох. Речечка была. Так, там мост. Царицы Тамары. Мы идем. Красивый. Дорожки нам подсказали. Сказали, пойдите, посмотрите. Там должно быть интересно. Пойдем сейчас посмотрим, как там здесь буянит, сильно буянит. Ну, это ресторан получается. Нам сказали, крепость здесь какая-то. А, это просто ресторан. И собаки. Куда же без вас, собаки? Колоритный ресторан. Такой. Виноградники. Кувшины для вина. Ты нас помнишь, да? Ну поднимайся по ступенькам, там тебя покормят еще. Иди туда. Так, все, погуляли мы. Красивое место, всем советую посетить мост царицы Тамары. Есть сегодня, да? Не помню, что мы сюда. А, еще есть разные развлечения.
кататься через речку, ресторанчики, то, что можно в принципе приехать и провести хорошо ночью. Все, всем пока, подписываемся, ставим лайки. Пока-пока, до нового видео.